Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. В наше распоряжение попал новый твердотельный диск от компании PNY. Это диск CS900. Изучать будем на примере версии 120 гигабайт. Вы просили нас в комментариях делать обзоры на диски с малым объемом. На самом деле такие просьбы понятны, такие накопители подходят в качестве системных и для настольных компьютеров, и для апгрейда ноутбука. А диски большего объема, конечно, хороши, но стоимость не позволяет называть их массовыми. Это, кстати, первый подробный тест данного диска в сети. Он впервые был представлен на выставке Computex 2017 и в скором времени должен появиться на российском рынке. Поставляется в симпатично оформленной коробке, внутри накопитель зафиксирован на прозрачной подложке. На данный диск предоставляется 3 года гарантии. С обратной стороны придет набор технической информации и краткая информация по спецификациям. Как и говорил выше, изучать PNY CS900 мы будем на примере младшей модели на 120 гигабайт. Также есть версии на 240 и 480 гигабайт. Выполнен он в пластиковом корпусе, собран без использования винтов. Его разбор не приводит к повреждению гарантийных наклеек, но стоит быть аккуратным. Верхняя крышка корпуса оформлена под карбон, нанесен логотип производителя. С обратной стороны наклейка с техническими данными, серийный номер, код модели, дата и страна производства. Толщина корпуса 7 мм, а это позволяет его рассматривать для проведения как раз апгрейда ноутбуков и ультрабуков. В комплекте, к сожалению, отсутствует утолщающая рамка и крепежная пластина. На боковой и нижней грани вывезены группы из 4 винтовых креплений для установки в корпус или на корзину. Внутри корпуса скрывается компактная печатная плата, пластиковый корпус не предполагает использование термоинтерфейса. PNY CS900 использует контроллер Finzun, это 3111 S11. Обращает внимание его компактность по сравнению с ранними поколениями. Предлагаем посмотреть ранние обзоры, мы также там изучали платы. Данный чип располагает 32 мегабайтами буфером SDRAM памяти. Он используется для группировки мелкоблочных операций и работы с ретранслятором. Поддерживается защита от неожиданного выключения питания. Здесь сразу две технологии за это отвечают. Массив памяти собран одним чипом Micron TLC NAND с записью 3 битов информации в одной ячейке. Часть памяти выделена в скрытый массив для замены вышедших из строя ячеек и выравнивания износа. Предлагаю посмотреть на данные синтетических тестов. Подводя итоги, PNY CS900 продемонстрировал хороший уровень скорости чтения и записи данных. Использование нового поколения контроллера Fusion дало ускорение и решение ряда недостатков ранних версий. Данный накопитель можно рекомендовать для использования в качестве системного диска в ноутбуках и компьютерах. При продолжительной нагрузке не было замечено заметного нагрева контроллера. К плюсам отнесем 3 года гарантии, высокий ресурс службы для чипов памяти. С удовольствием обсудим данные SSD с вами, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.